И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и продолжаю играть в Ark Survival Wolves, а также на выжженных землях. Выжженные земли подходят к концу, осталось по сути только здесь сделать. Ну, Феникса я так и не нашел, реально, я всю карту летал. Я не нашел Феникса. Ну, камон, не нашел Феникса, ну что поделаешь, он, может, не заспавнился, либо еще что. Не знаю. Единственное, что я заметил, чем больше я летаю по карте, тем больше он начинает подлагивать, подфризивать. И это, я думаю, связано с количеством мобов. Обычно, то есть на острове я практически все время играл с 50% мобами, здесь со 100% мобами, и начало подлагивать. Следующее, я думаю, поставлю где-то 75% мобов, чтобы и было много, но не так много, чтобы начало лагать при долгой игре. Как вы видите, на заднем фоне у меня 4 голема. Да, это не просто големы, я хочу пойти на мантикор на големах. А почему бы нет? Я хочу на големах пойти. У них большой торпор, высокий торпор в целом изначально. Ну, то есть, как бы, ну, конечно, не такой сильно большой, как хотелось бы. Но пойдет. Также они умеют бросаться камешками. Ну да, здесь вообще ни о чем. Вот. На тех же рексах, выведенных, торпор намного больше. И у мантикора вопрос не в уроне, а в торпоре. Но тут мне как бы повезло. Если в големы будут наносить не так уж много урона, они наносят много урона, то у меня есть вот такая вот штука под названием помповый... Ой, что-то у меня так громко-то музыка орёт. Нифига себе, я чувствую, что-то громко. У меня есть помповое ружье. Помповое ружье нашел офигенное. Просто прям офигенное нашел. Ну, практически как то, что было у меня на острове. Практически, но вроде бы хуже. Также здесь всякую фигню понаходил. Может поставить на паузу, посмотреть. Из хорошего это точно вот это. Нагрудник. Полимер у меня здесь дофига. Разбираю всякие эти сетлы и так далее. И да. Вот просто я сразу говорю, то есть если вы играете на локалке и есть мод на телепорты, то вот эти вот все телепорты. Ставите и лутаете, и не паритесь. Если нету мода на телепорт, и вы на сервере, ну, ставьте искать, где эти крейты стоят. Ну, прям реально там легендарка на легендарке, и седла, и так далее. Прям кайф. В итоге у меня от штурмового комплекта есть практически все, кроме головы. Даже щит нашелся легендарный. Тоже как бы выпал. Это классно. Если нужен будет полимер, я его разломаю, я думаю, с него тоже дофига полимера вылезет. Хотя вот с этого тоже не хило должно быть, но это не точно. Противогаз. Слушай, противогаз давай возьмем. Я не знаю, там про ядовитых, кстати, верно, я читал, там вроде как что-то где-то должно быть. Кстати, точно, я же вам тут показываю, и так поначалу было видно. Мантикор Хелм, то есть шлем мантикора, он выбился, когда я убил альфа-червя. Первого. Это только первое. Перчатки виверны. Вот самое обидное, что я уже привык к наручным часам, но мне дали скин на перчатки. Блин, он так классно, я так привык к наручным часам, что прям ух. Вот. И да, про первого червя я не набрал. Да, вот Альфа Дес Ворм Трофе. То есть у меня 3. И Альфа Виверна, голова у меня 1. Ну, собственно, да, альфа верно летала. Замочил я на виверне, а червей я мочил на големах. То есть я големов качал на червях. Вот. И, собственно, шлемаки вы и так видите, как бы. Это все есть. За червей не дают экспу. Вот, за альфа верну, сами видите, 72 тысячи, почти 73 тысячи мне дали экспу. Неплохо, но, блин, камон, мне нужно 2 миллиона. Ну, здесь я явно не качну. Альфа, это прям ужасно будет. Ну, ты не вовремя. Хотя, с другой стороны, я буду в пещере. Пойдем в пещеру. Не знаю, одна пещера будет, две пещеры будут за сегодняшнюю серию. Посмотрим, как она будет проходить. Хотя, учитывая, что я уже 5 минут балаболю, как бы такое себе. Все инструменты скидываю сюда, лишними не будут. Хорошие мечи я поставил здесь. Есть вот такой меч, тоже как бы... ну это даже быстрее сломается, зато у этого урона меньше. Ну, не в этом суть. То есть, как бы я мечи скидывал сюда, большое седло хорошее. Я сначала думал, саблезубы может притомить. А потом, нафига, у меня есть клевый богомол, который офигенно срабатывает. Я уже, кстати, посмотрел. Кстати, пойдемте в пещеру. Тем более, у меня есть сюда телепорт.
Почему бы не слетать? Где я? А, мне вроде бы сюда куда-то нужно было. Это нет, сюда. Сюда. Вовремя увидел улей, и я понял, где я нахожусь. Вот. В целом, я уже посмотрел, где спавнится богомол, и прям было смешно. В том плане, что... Давайте так получше. Смешно чем? Это же пещера. Богомол спавнится через карту. Так, теперь... Ой, не-не-не. На острове нету, а скверчи есть. На аберрации нету. На... Ой, что там следующее? Так, на аберрации потом идет... А, Extinction. Extinction идет. Слушайте, я вообще в этой пещере был один раз, но это было так давно, что я не помню, что здесь заказывалось. Ну ладно, погнали, пофигу. После Extinction идет у нас Genesis 1. Там нету богомола. Потом идет Genesis 2. Там есть богомола. Нормальный урон. Это просто реально через карту. О, это кристаллы? Так, погоди-ка, я должен проверить. О, это кристаллы, нифига себе. То есть сюда можно было зайти и налутать сразу же так много кристаллов. А что я их лутаю-то? Они мне не нужны, наверное. Я не знаю, слушайте. Пускай будет. Вот камень точно выкину, камень точно не нужен. Так. Миска. Для моего братана. А, так подожди, это тот же самый выход. Кстати, давай заметки глянем. А есть здесь заметки? Нет, здесь... Должны быть заметки в пещерах? Да, есть заметки. Дробаш хорош. Дробаш это прям вообще кайфовая штука. Пампарь. Да, вон буря началась. А, мне пофигу, я в пещере. Мне тут на все плевать. Слушай, реально, блин, если... Ой, да ну нафиг, я просто же около этой пещеры изначально настроился. Ну, я как бы... Там, где я строился, я всегда там строился. Так, у меня это включено, отлично. Возможно, здесь это сработает. Я так и знал. Слушай, погоди-ка, давай посмотрим. Да блин, ну чё мне, вот так что ли делать? Ну блин, тогда и буря громкая. Почему? Почему вот этот уровень NPC такой тихий? Его нужно делать громче, реально. Из-за других звуков не слышно. А чё, погнали. Лети сюда! А вот, запахнулось. И опять забагалось. Ну, опять вот забагалось. Я, кстати... Слушай, вот таким я хочу даже оставить ее. Да, это очередные... А, черт побери, забыл, что ты направо прыгаешь, блин. Очередные... Че это было? Диорамы, не диорамы? А в смысле? И, кстати, да, реально, я уже давно это заметил, что у них спутанный текст. Ну, я про это давно говорил на стримах и так далее. У них спутанный текст и это то, что она говорит. Ну, говорила она про то, что, типа, как можно было так загадить. Ладно, я видел, типа, как вырубают целые леса и все в таком духе. Но весь арк, типа, загадит, ну, типа, всю карту. Это как так можно было? Ну, про то, что, типа, превратили арк в пустыню. Если фото твоих рук делал, типа, лучше мне об этом не говори. В целом, вот эти все заметки прикольные. Слушай, что-то мобов здесь не вижу. Какого фига? Я думал, мобы в пещерах есть. Ну, в смысле, у меня так подлагивало в этом месте. Я думал, что здесь из-за количества мобов, но мобов нету. Я не убивал диносов на этой карте ни разу. Кстати, да, может из-за этого это и проблема, что я и Феникса не вижу, и големы, кстати, закончились большого... левела.
Да здравствует свет, пошли обратно. Прикол. Я только вышел, зашел, уже мегалания заспавнилась. Вернулся обратно. А чё, блин, у меня ж богомол. Он клёво приземляется на лапке. Ай, блин, все равно урон пронесся. Такс. Ну да бог с ним. Туда вроде бы нужно зайти. Давай, 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 давай. Раньше бы меня мучила совесть. Конечно, не нужна, но знаешь, что-то после острова это, какая-то эта фигня такая. Типа, да ну нафиг, вдруг нужна будет. Вот я очень часто так застреваю на этой карте. Багуюсь прям постоянно. На острове такого было, ну не знаю, может раз в 5 от силы. Здесь, если за день игры у меня раз 20-30 такого не случится, то это все, короче, считай, не играл. Это, слушайте, я так до сих пор не понимаю. То ли это их лежанки были. А давай так вот следим. То ли это их были лежанки, то ли это места складирования, но очень похоже на места лежанки. Это же, по сути, типа город, провалившийся под землю. Давай, возьмем. Точно, здесь же, как я понял, здесь очень много городов провалилось под землю. И, собственно, да, вот они, вот эти вот культы, культы обелисков, культы импланта, вспомню, как он называется. Вот, здесь очень много провалившегося все под землю. И вот это получается у них лежанки, то есть высеченные в камне. В камне. Да блин, да там человек такой как залазит. А как залазить на самый верх? Я бы понял, если бы это было бы каким-то хранилищем. То есть как бы хранилище, да, ну как шкаф, короче. Это я бы еще бы понял. Но блин, так лежанки, это же чертовски неудобно. Ну... Кто я? Я человек, который искушен современности и так далее, поэтому да. Раньше жили в других условиях, а здесь, насколько я понимаю... Ох, мать через мать, нифига себе. Здесь, насколько я понимаю, очень много людей попадало из этого... Из Египта и так далее, то есть из древности. То есть для них это было вообще прям нормас. То есть они так жили... Точнее, я бы так сказал, что они адаптировались к этому всему. Так, о, добрый вечер. Слушай, а что я тебя не заметил? Такс. То есть мне нужно оттуда вот сюда прыгать, да? А, обратно получается... Окей, я понял. В целом, кстати, на богомоле прыгнуть еще легче в этом плане. То есть его спецатака. А, вон он. Классно. Ну, очень мало мобов. Прям реально очень мало мобов. На карте их дофига. Да, вот здесь ты отсюда прыгаешь, а там ты туда прыгаешь. На богомоле очень легко прыгнуть. То есть как бы и все. То есть одна спецатака, так сказать, один урон оружию и все. То есть, ну, одна прочность оружия. Она такой спецатака, прочность оружия тратится. Слезай. Упадешь. Такс. Ну вы дурные, что ли, а? Ну ё-моё, ну могли бы подождать немножечко. Ну что? Мне что теперь за вами слазить туда? А я не хочу. Такс. О, классная копишка. Скин на копишка. Так, мне теперь нужно поставить здесь ребор, потому что мне нужно будет потом сюда еще несколько раз топыхнуться. Да, я все-таки решил, что я хочу всех убивать по очереди. Да, можно просто убить альфача и не париться. Но я хочу убивать их всех. К тому же, убив, допустим, гамму, я затестирую своих вот в данном случае. Че, серьезно, так далеко? В натуре. Я затестирую своих големов. Да вы что? Так, погоди-ка. А если внизу? Я хочу просто пойти на гамму, затестировать своих 4 големов. Если они справляются, они убивают. То есть они вносят урон больше, чем мне нужно в этот момент. К тому же я хочу использовать одну тактику, которую я
подсмотрел. Это тактика с рексами. Я думаю, с големами она проканает точно так же. И как бы, ну, собственно, я просто посмотрел видос, как это вообще. О! Спасибо, братва! Подожди! Я же шелтаю! Эй, отсюда! Дурная голова! Покой мне! В смысле это не бил? Дурная голова, покой не дает. Так, что это у нас? Кнут! Не, ну. Кнут. И что еще там было? В смысле, все что ли? А, кнут, стрелы. О боже мой, уличные крейты намного круче. Он здесь хоть, ну ладно, да, не спорю, хоть один предмет, но все равно уличные крейты намного круче были. О чем я говорил? А, ну, я посмотрел, что меня вообще ждет с Мантикорой. Прикинь! Реально нельзя поставить телепорт. Нельзя разместить. Офигеть, сверху нет точки привязки. Бляха-муха, благо пещера короткая. Чё-то 16 минут во вторую пещерку, я думаю, сумеем сходить. Ай, черт, застрял. Не, я не знаю, насколько долго будет вторая пещера. Я не хочу, я ненавижу затягивать. Вот реально, поразите меня, честно, за 40-минутные серии, я их ненавижу. Я люблю серию в полчаса. То есть, возможно, кому-то это интересно смотреть, да, я не спорю. Но, как бы, камон. Не все это любят смотреть, я это прекрасно понимаю. А, чё? Я-то это. Братан, сорян. И вот опять забагался. Ну, на такая постоянно. Короче, в другие две пещеры я пойду сразу без всяких часов. Сразу сейчас буду снимать. То есть ничего нового не случится, как говорится. Поэтому ни о чем будет говорить. Ладно, сейчас выйду из пещеры, короче. Слушай, какая-то багнутая заметка. Я опять здесь прошел, и опять она это. Смотри, опять. Ну-ка, еще разочек. Классно. Погнали еще разок. Вау. По новой. А давай еще. Отлично. А давай еще. А вот так. Ладно, все, не издеваюсь, пошел. Кстати. Она написано здесь одно, а она говорит про аркоаберацию. Потому что она говорит про радиацию. Офигеть, я только сейчас это понял. Блин, где здесь выход, сраный мать его за ногу? Иди сюда, где ты выход? Вроде бы... А, ну да, точно. Я ж отсюда же выходил, ну точно, ну что ж я. Ну добрый вечер. Зато теперь они появились. Я вас ждал вообще-то внутри. Мне должно было там быть весело. А вы не оправдали моих надежд. Ну, наконец-то. Мясо мочилово. Вот какого фига я здесь не было? Ничего, надо было в каждую пещеру это, на полчишечки зайти, чтобы они это, появились и мобы, чтобы потом было интересно. Козлы вы. Обиделся я на вас, поэтому убил. Я летаю. А, точно. Ну, короче, ладно. А? Как-то так. Ну, чё тут, как бы, еще пару раз зайти и не проблема. Что поделаешь. Вот такие вот дела, вот такой вот прикольный у меня баг теперь ЛНА. Почему бред, пускай будет. Да. В другие две пещеры я попробую сходить в следующей серии. Получится сразу все нет. Да, здесь много было болтовни, но следующий такой не будет, потому что сразу же пойдем в пещеру. Ну, я сразу же сейчас снимать буду, потому что, чтобы ничего нового не случилось, я не рассказывал об этом еще 5 минут. Вот такие вот дела. Кстати, Виверна живет, поживает, все, и классно. Она там наверху, может, заметили там. Она на крыше там сидит, и классно. Большая, огромная для нее площадка. Ну, на этом все. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать на этом, делиться моими видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра, всем пока.